Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. В ваших действиях сегодня будет наблюдаться широта мышления. Телец. Постарайтесь избегать участия в делах, которые выходят за рамки вашей компетенции. Близнецы. Будьте снисходительны и отнеситесь с уважением к тем, кто вас раздражает. Рак. Какие-то конфликты ожидают вас в той компании, в которой вы трудитесь. Лев. День удачен для вступления в новые отношения, а также для знакомств с противоположным полом. Дева. Стоит попытаться взять штурмом самые тяжелые ваши проблемы. Весы. Вам придется выходить из себя и доводить до белого коленя окружающих. Скорпион. Энергичный день вас посетит вдохновение, и вы сможете свернуть горы. Стрелец. Суперудачный день, много сил и здоровья. Козерог. Непростой день, возможно, и сложности на работе, и обострение каких-то хронических заболеваний. Водолей. В этот день вам лучше быть подальше от друзей и провести день наедине с самим собой. Рыбы. В этот день вы можете внести яркую страницу в истории своей прошлой влюбленности. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи.